Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки хомяка прародителя. Это машинка? Да, это из GTA 5. Ого, это что такое? Это вот, собственно, пушки, которые вот здесь вот стоят. Так, сейчас, можно я залезу? Короче, ты водитель, я тот, кто сидит сзади. Я хочу посмотреть просто, как пушки могут что делать. Они могут вращаться с весьма комфортным... А, это ПВО, да? А почему пушки там где-то стоят? А это... Ну, это то, просто. Чтобы они разом стреляли 4 раза. Ну, пушки, а почему ты их вместе не поставил? Я не знаю, что не хотел. Самолетчика ни у кого нету. Сейчас... Стой, остановись. У тебя есть самолет? У меня самолет... У меня пассажирский есть. Он большой? Да. Ну, тогда... Стой. Ой, куда? Ой. Да, он поедет. Стоп. А, я могу им управлять отсюда. Подожди. Смотри, я им управляю. Сейчас остановлюсь. Сейчас поеду назад. Это баг, походу. Ага, это баг. Я могу им управлять дистанционно. Уже второй раз так получилось у меня. Один раз на танке. На водительском сиденье сидел. Я не понимаю, как этот баг я сделал, но машину я могу ей управлять. Я даже могу из пушки стрелять, смотри. Сейчас к тебе подъеду. Ой, не сюда. Ну ладно. Круто, да? Я могу управлять этой машиной дистанционно и стрелять даже. Это магия. Можешь заново загрузить? Ну, да мы так никуда не уедем. Эх, сейчас управление собьется. Так, самолет, значит, есть у тебя. Спускай. Я хочу поуправлять, можно? Садись. Тебе вообще садиться не обязательно. Тебе нужно вылезти, а колеса не крутятся. Понятно. Ну ладно, неплохо. Я не знаю, я их на фармер поставил. Ауч. Не хотят крутиться. Так, теперь можешь загрузить свой самолет. Слишком много дюпаем постройки мы вообще сегодня. А, у меня завис робокс. А, нет, все нормально. Езжай, брат. Езжаю. Короче, тебе нужно просто в небо подняться. Я должен тебя буду подстрелить в ПВО. Вот что я хотел. Но только я не учел, что твой самолет настолько огромный. Что по факту? Стой. Пью. Такая машинка против самолетов. Вот такой самолет. Соотношение размеров. Прекрасно. Сейчас я сяду за ПВО, дай. Тебе не сбежать от моей армии. Я по тебе попал. ПВО готовится. Иди ко мне. О нет, мне даже страшно немножко. Че ты такой быстрый, помедленнее будь. Ниже тебя подстрелить хочу. Ой, и мои снаряды. Сделай потише свои ракеты. Ну, поменьше скорость. Первого лица интерес тоже видно? Поменьше скорость. Так, лети просто вперед. Минимальную скорость поставь и лети ко мне. Минимальную. Огонь! Маленькая дырочка. А! Что произошло? А, баг какой-то. Так, готовься. Целься. Огонь, блин, самолет больше, чем моя машина в 100 раз где-то. Вот это самолет, конечно, пролетает. Самолет летит в лому. Я знаю, чего здесь не хватает. Ну ладно. Остановить этот самолет. Каз будет выполнен. Опа. Да, я не понимаю, что происходит. Но. Такой самолет слишком большой для такого ПВО. ПВО слишком маленькое. ПВО слишком маленькое и... Ой, стой, двинься-ка. Вообще прикольно. Мое ПВО. Вот так должны делать самолеты, когда увидят ПВО. Ладно, пока самолетчик. Что? Я не понял. Можешь самолет удалить? Стоп, что ты тогда сказал? А, ну давай тогда дальше. Что теперь будем смотреть? Каток. О, каток. Стоп, где ты такой каток уже видел? Я же у тебя уже снимался, не? Не, ну, это было, когда было 3 человека, когда 3 человека было неудобно, и поэтому... Сейчас, дорогу давай сделаем. Ты давай сначала, собственно, сам каток посмотрим. Это будет наша дорога. Можешь сделать там этот, чтобы разравнивать такой цементка? А я сейчас посмотрю сам каток. Ой, цемент... Ах, можешь убрать цемент? Так, ну вот каток, он может ехать, поворачивать. Правда, катки у него не поворачивают, но он все равно поворачивает. Короче, вещь. И, скорее всего, он должен разравнивать песок на дороге. Ну, давай. Обсидиан тоже сойдет. А будем делать дорогу. А еще... Нет, песок здесь тоже будет. Так, я готов разравнивать дорогу, то есть делать дорогу. А вот, так вот. Все, делаем дорогу. Каток делает дорогу. О, какая хорошая дорога. Пользуйтесь на здоровье. Вот так делают русские дороги. Чё-то каток не едет. Нормально, дорога готова, все, можно использовать. Управление просто на моторе, и это немножко неудобно. А каток реально крутится. И это радует. Mm-hmm. Давай дальше. В принципе. Дорогу надо убрать, да? Вот. Самолет из Мэтт Сити. Когда-то я в него играл, но потом не играл. У меня там чуть-чуть было денег. А там такое бывает? Это вообще что такое? Как летать? А вот.
Е. Ну, я тут вижу, тут он красиво задекорирован просто и умеет летать. Если поставить пушки, то можно будет взрывать. А почему у меня какой-то черно-красный, у тебя такой красивый? Бело-розовый. Ага. Давай меняться тогда, не знаю. Не, не будем меняться. Я хочу попробовать кое-что сделать. Экспериментирую. Надо меня так зафиксировать. Ставить тут динамит. Когда ПВП с друзьями было, но я тоже так делал. Прям точно так же, да? Полетели, давай. Я потом от тебя врежусь. Врезаемся, это должно быть столкновением. Стоп. Я должен был, по идее, тебя взорвать своим динамитом, но только у меня отломались кусочки, а тебе даже не больно. Динамита просто больше надо. А, ну ладно. Хоть самоуничтожение получается. Можно поменяемся? У меня какой-то черный. Динамит. А? Динамит можешь поставить. Стой. Я вылез. Так, хватит? Думаю, да. Ты еще у них коллизию убери. Коллизию зачем? Как я их включать буду? А где тут вход у этого твоего звездолета? Я даже... Он даже не падает. Ты это... Отключил я. А ты не отключил. Динамит зафиксировал. Я отфиксировал. Именно. Так вот. Ой! Ты... Это знаешь, сколько динамита поставил? Я в космос улетел. В гидросферу. Что ты сделал такое? Я не знаю, я просто его поставил на землю, чтобы он стоял. Ну только вон там твой стоял. И поэтому произошел небольшой бабах. Стой, не двигайся. Нет, не надо было фиксировать. Эх, как я теперь динамит поставлю? Да. Нормально. Сколько хватит. Все, можешь расфиксировать. Так, где тут вход? Стой! Осторожно будь, там, знаешь, сколько динамита? Может взорваться легко. Это обычный звездолет из Мэтт-Сити. Он умеет летать. Также тут есть одна очень классная особенность при аварии. Вот такая. Только я сам себя взорвал немного. Там в воду улетел. Этого мы не должны были видеть. Почему-то я взорвался тоже. Ну, тут у тебя только запчасти остались. Давай тогда смотреть следующую постройку. Но звездолет мне понравился. Особенно его функция взрыва. Так. Это явно что-то заржавевшее. Заржавевший трактор. А почему он заржавевший? Потому что в GTA 5 был такой. И почему он такой быстрый? Чего бы нет. О, еще нитро есть на F. Не хватило его скорости, еще нитро есть. Это такой, убегаешь от кого-то. Не знаю, зачем убегать, ну ладно. И вот так включаешь бустик и улетаешь. А можешь летать? По идее, должен. Летать в теории он может, но при этом он не будет управляться. Если только врезаться в стенку, чтобы перевернуться. Да, но это немного не так должно работать. О, зато он может возвращаться обратно. Так, ладно, я лечу тогда на базу опять. Но тут колеса еще очень круглые, и сам красиво выполнен-то. Про передние колеса я бы так не сказал. Ну, там, да, но это все равно красиво выглядит. А руль крутится, я не посмотрел. Не, он не крутится, но я хотел так сделать, и в будущем когда-нибудь так сделаю. Понятно. Так, ну тогда давай дальше, в принципе. Так, еще тебе показать. Это... У меня закончились постройки, так что покажу тебе недостроенные. Ты что? Так, сейчас. Стоп, это башня танка? А ты тут сделал сферу, чтобы выделить полусферу, чтобы сделать вот это. Ты что, вот орудие есть. А зачем орудие? А что это вообще такое? Это MSD. А можешь это сделать орудие, куда надо? Так. Вот так. А и что с ним можно делать? А что ничего, я только начинаю его делать. Но я знаю, что с ним можно сделать. Я скриншот найду, я скинул в Discord. Расфиксировать можешь? Да. Ну, то есть удалить внизу. Теперь я пушка. Не знаю зачем. Но пушку у него тут внутри. Да. Ой! Я секретку нашел. То есть пасхалку. Я пасхалку нашел. А в орудии там есть улыбка. Тут получается такой вот вход, и тут даже есть вот этот. Ну, глушак. И сама пушка тоже круглая. Очень. И вот здесь особенно было сложно сделать. И антенна мне вообще очень понравилась тоже. Так, ну и что тут еще есть? Кнопка. Стоп, а там, когда ты ставил кнопку, там еще что-то привязалось. Это что? А, ну я понял. Я уже отвязал. Лампочка это была. А сфера зачем? Чтобы антенну было сделать? А, да, это для антенны. А то можно теперь в футбол поиграть. Так, ну, думаю, туда мы можем двигаться дальше. Еще будем что-то показывать. Футбол, правда, неудобно играть немножко. Так, это что у нас? Нет, это еще недостроено, это ничего недостроено. Ладно. Тоже танк какой-то. Так, ну получается все, у меня постройки закончились. А, ты мне скинул MS-10, да? В Дискорде. Да. Всем пока.